Всем привет, друзья! С вами снова Викс. Продолжаю играть я в Transport Fever 2. И в прошлой серии я занимался тем, что развивал свой один город. Game Pacific Rue, который. Развивал и таки развил. Вот. Теперь он стал вот таким вот. Замечательным. Красивым и большим. Насколько вы видите. Давайте это пока закроем. Вот. Что я сделал в прошлой серии? Точнее, что я сделал, вы, в принципе, можете посмотреть и в прошлой серии. Об этом не буду я углубляться. Ну, вкратце, снес весь город. Это обошлось где-то у меня 60 миллионов. И на его месте построил кольцо и построил новый, собственно, город. И он уже вырос вот до таких вот масштабов, до таких вот размеров. Вот, все соединило с железными дорогами, двумя поездами. Тут у меня возят два поезда, эти сам уголь и железную руду. Когда что-то по финансам он приседает. Ну, потому что его большое кольцо делает, наверное. Ну, не столь важно. Это вообще, в принципе, не принципиально, а потом что-нибудь придумаю. Главное, чтобы город рос. В этой серии, как я и говорил в прошлой, я буду развивать маленькие города. Вот эти. Чтобы сделать очень рентабельным полеты самолетов. Они и так рентабельны, даже больше сверхрентабельны, я вам скажу. Посмотрите, сколько приносит мне авиатранспорт. Только 77 миллионов, даже со всем обслуживанием в сумасшедшие миллионы, он приносит 77, 50, 59, ну по 60 миллионов он, пускай стабильно идет. Вот, а если еще сделать несколько аэропортов, то они будут приносить просто какие-то лютейшие доходы. Что, кстати, очень классно. Чего я, собственно, и хочу. Вот, поэтому нужно будет снести города, у меня есть 700 миллионов, в принципе, мне сейчас терять как бы нечего. Вот. Есть 700 миллионов. На постройку, собственно, на то, чтобы разбомбить города и заново построить. Вот. Собственно, в этой серии я и буду заниматься маленькими городами. Будут небольшие включения вот происходить. Поэтому, как бы, особо не пугайтесь, что что-то останется за кадром. Потому что если все показывать с нуля, это выйдет, не знаю, сумасшедшее количество времени. Вот. Как-то так. Сейчас у меня что, в городе нормально идет, поступают, ну как нормально, не совсем нормально для роста, но поступают товары и машины, то есть шестеренки и эти упаковки идут нормас. Плюс сюда еще можно будет то же самое, кстати, блин, две одинаковых в одном месте, это такой, ну тут-то всего так много, тут все. Вот, надо будет сюда еще доставлять. А тут город, зацените, уже так плотненько застраивается. Его нужно будет разбомбить и переделать. Плюс вот этот город тоже у меня очень такой хороший. Плюс я тут еще... У меня тут еще эти лодочки катаются, людей доставляют. И, кстати, управление транспортом можно уже, я думаю, заменить на пассажирский вот такой вот. Не помешает один хотя бы поставить. Вот, так, ну начну с первого. Так, у меня есть... А какие у меня вообще города есть? У меня есть Pacific 1, Pacific 2 и Game Pacific, да? Ну, тогда, значит, этот будет... Начну с этого, собственно. Pacific 3. Ну, чтобы особо не заморачиваться, не напрягаться, не путаться, так сказать, в именах. Так... Что есть в городе? В городе есть булки и хлеб. Ой, булки и хлеб. Тут булки и кирпич. Кстати, кирпич у меня здесь делается. И сюда у меня доставляется... Скуденько, правда. Но доставляется вот это вот... камень. И, кстати, он очень даже рентабельный, судя по всему. Да. Ну, оно доставляется с самолетов, да. Оно с самолетов доставляется. Надо, кстати... А, он не будет доставляться тогда. Давайте линия вот тут вот. Проблема, что нельзя почему-то делать... назначать то, что будет перевозить грузовой транспорт.
Либо я не понял, как это делается, либо, черт его знает, в этой версии, может, и нельзя. Потому что, ну вот, я не вижу управления транспортным средством. Хотя, подождите, может, на линии это можно делать? Так, управление линией. А, это на линии можно делать, да. Что он будет возить? А, ну тогда все. Вопрос снят с повестки. Блин, только все вот это вот прокликивать. Ну, это, конечно, то еще извращение. Так, значит, давайте я все уберу. А, ну так он... А, ну, в принципе, да. Так. Значит, получается, 30-я линия. Отсюда он будет забирать кирпичи. Так, загрузить кирпичи. 100%. А кто он забирает? А, не, подождите. Он сюда возит. А, он разгрузить. А отсюда что? А, блин, не та линия. Тут ты. Ну ладно. Загрузить, разгрузить кирпичи. Так, ну, в принципе, это не та линия. Мне нужна линия 27, как оказалось. Управление линией. Так, значит, вот сюда. Получается... А, это вот это, да? Первое. Вот тут вот надо, да? Получается, отсюда загрузить только вот эту вот фигню. Загружать ничего нет. Все, загружаешь 100%. Так, ну а тут, соответственно, ты разгружаешь уже все, что можно. Так, тут можно, в принципе. Блин, а что я опять на этой? Нет, подождите. Тут только загрузить вот эту. Все. Так, отлично. Тогда на этой линии, на 27-й. Линия транспорта. В принципе, тогда можно один продать. Одну машинку. Не нужна она. Так, а эти все заменить на вот эту вот. Ну, вот как-то так пока. Так, кирпичики, кирпичики, кирпичики и нефть. Вот нефть тут вообще не в теме. Две нефти не в теме. Три нефти не в теме, прикиньте. Ну, не совсем не в теме. Сюда ее возить, но сюда столько-то тут не надо. Нефти многовато, реально. Так, ну что, я тут тогда убираю все вот это вот. Это все не нужно. Начнем, пожалуй, извращаться. Так, можно, знаете, что сделать? У меня бабла до хрена. Нарастить кусок земли. Почему бы нет? А, слушай, тут еще и коробки. Ёлки-палки, тут еще одно производство. Кстати, меня всегда радует... А что не наращивается? Рейнферштейн или что? Где-то сильно глубоко там просто. А, потому что этой наращиваю. Во. Точечкой наращивал. Такс. Денег не жалко, денег много. Хотя, боюсь, может 700 миллионов не хватить. Зачем я наращиваю? А чтобы сразу было все место для города, для развития. Много. Потому что, во-первых, сейчас место для развития, и мне нужно место для аэропорта. Его можно где-то построить. Ну, здесь вот как раз можно и построить его. Плюс я еще хочу ЖД-пути. Там есть крутые поезда. Сейчас покажу даже. Показать их. Где мне ЖД? Это же была, вот она. Крутые поезда эти самые появились. Да, вообще, в принципе, как паровые, так и это самое, дизельные. А, и пассажирские. Где они были? Во, вот они. Туф-туф-туф. Хочу скоростной поезд себе бомбануть. Как-то так. Вот. И, соответственно, я поезд бомбану через всю карту. Так, ладно, давайте паузу. И на паузе сейчас я этот наращу материк. И посмотрим, что получилось. Так, готово.
Пришлось, конечно, снести весь город. Опять. В общем, Pacific 3 город будет такой же кругленький. Ну, что-то мне понравилась круглая тема, если честно. Вот. Снес я все дома, оставил там немножко, не знаю, чтобы не потерялись. Скажем так. Так, на дорогу еще допрокладывать. Вот до сюда прям. Крутую дорогу. И плюс я сделал, как я говорил, это землю. Здесь будет аэропорт. Кстати, он влезает, не влезает? Это чекнуто. Да, влезает, вполне влезает. Все нормально. Сюда будут самолетики летать. Садиться, выгружаться. И т.д. и т.п. Так, здесь я сделаю, еще нужно будет сейчас отсыпать порт. Чтоб, или даже... А, ну тут... Откуда сюда будет? А, отсюда будет сюда. Блин, знаете, в чем проблема? Два порта не хочется делать, одного хватит. Ну ладно, давайте пускай отсюда сюда в этот город плавает. А это отсюда, да, и сюда будет плавать еще в этот город. Тут бы тоже порт не мешало бы сделать, и я сделаю. Так, ну это потом. Сейчас пока города. Так, город есть, в принципе, город есть, да. Давайте сразу я построю остановочки и собственно, пущу общественный транспорт. Ну, чтобы город начал развиваться хоть как-то. Одного этого такого маршрутика будет, я думаю, вполне достаточно. А, еще знаете, что я не сделал? Да, сейчас, подождите. Еще не сделал самое главное это. Так, я так предполагаю, что город будет расти в ту степь. Поэтому я сделаю, ну, вот здесь где-нибудь, на отшибе. Собственно. А, и, кстати, можно даже вот так вот сделать. А, тут остановка мешается, да, падла? Сука, падла, и вообще. Тогда остановочка пока. Поэтому я не стал делать сразу. Так, пешеходные переходики тут. Нет, лучше повыше сделать вот так вот. Такс, и сразу настрою. Снесу эти. И поставлю, собственно, пока две. Ну и остановку, естественно. Давайте тут что ли. Все, вот теперь можно маршрут дальше доделывать. Какой у нас уже будет? Это вообще непонятно какой. Третья линия. Я же поудалял какие-то линии. Так, начинаться будет он отсюда. Ну и погнал. Опа, опа. По колечку. Колечко, колечко, кольцо. Так, все. Линия 3. Тут придется, к сожалению, построить еще этот самый. Потом еще удалю. Где постройки-то? Вот они. Автобусик. Один запущу автобус. Мне кажется, его вполне хватит. Только что-то он не цепляется. Что-то не цепляйся. Что, хоть сказать, денег нет или что? Вася! Чего не хватает-то? А, ближе надо было, ладно. Прямо тут можно купить автобус. Автобус пассажирский. Такой, да, купить. И сразу его на третью линию. Все. Вот, в принципе, и готов один город. Pacific 3. А, можно сразу сделать, тут давайте отсыплю земли. Землицы. А, только не так отсыпаю. Так как город будет расти, лучше ее отсыпать, а не подрезать. Потом, что где надо, можно будет уже уменьшить. Так, и вообще квадратик, наверное, отсыплю. О, будет бухточка. Чтобы кораблики заплывали большого тоннажа. Ну и чтобы красиво было, чтобы это не выделялось по-ублюдски.
делаем вот так вот. Опа, видали? И красивая бухточка получается. Так. Пассажирский. Большой. Да, сразу большой. А можно большой и маленький? Ну ладно, давайте большой. И не так, конечно, сделать надо будет. Сейчас поправлю. Вот так вот, чтобы заплывал. Заплывали мои человеки. Столкновение. Так, хотелось бы, чтобы оно приходило вот прям вот тут вот. Во, ништяк. Четко в натуре, четко. Текс, текс. В принципе, ладно, пускай так. Так, еще бы, знаете, что сделать тогда? Сюда-то надо доставлять пассажиров. А, ну, будет один маршрутик у меня курсировать. Сейчас я остановочку поставлю. У меня будет через город курсировать маршрут. И до аэропорта. Ну, маршрут сюда. И сюда. Вот так вот нам хватит. Так, это линия 9. Сразу ставлю на нее автобус. Линия 9. Во! Вот и город готов, собственно. Ну, а дальше уже производство и все дела. Так, где приходим к Красноярску. Точнее, приступаем. Только это у нас будет Pacific 4. Только не доллар 4. Так, тут тоже порт, естественно, будет. Город очень маленький, как бы его не нагнуть. И он, скорее всего, будет квадратный, потому что тут круг не очень вписывается. А вот квадратик очень даже зайдет. Только нужно будет все поснести. Город теперь не соединен дорогами ни с чем, ни с кем. Ну, мне они и не нужны. Так, вот. Сразу делаем крест-накрест. Раз тут уже готовая ровная дорожка. Так, а вот это вот не нужно. Тут как-то он тоже неровно идет, кстати. Тоже он успел прикачаться, что ли? Так, вот так вот поровнее будет. Ну и сюда тоже. Сюда. Кстати, отсюда тут что у нас? А, тут будет дорога идти. Можно, кстати, вот эту дорогу. Сейчас, погодите. Надо подумать. Подумать, голова думает. Голова думает, что она думает. И вот тут вот, кстати, вот это вот все не нужно разбомбить. Уже 200 миллионов ушло на все мои махинации. Кстати, а зачем тут... А, тут электрический, даже не электрический. Нет, нет, нет. Значит, и... Не надо такой большой такой пойдет. Ну, немножко она неровная, конечно. И тут, к сожалению, ничего нельзя будет сделать. Давайте тогда ее ровнее делать. И желательно бы вот от сих до сих. От города. Хотелось бы ровно, чисто ровненькая полоса. Что-то она, блин, косит вообще жесть.
Во, вот так вот будет город. А, только тут надо не такую. Вечно забываю. Во. Сразу. А, и тут надо, кстати, вот так вот еще. Чтобы можно было сразу и трамвайчики запускать, и троллейбусики, и все, что нужно. Квадратиш, пахти, жгут сделать. Так, это удалимс. Тут уже не принципиально, чтобы он был какой-то мега ровный, этот город такой. Чтобы был. Основные города я развил. Естественно, тут порт будет. И к нему дорогу надо подвести. Так, квадрат есть. Это надо еще тоже подрезать. Сразу большой квадрат сделаем. Почему, собственно, и нет? Финансы пока что позволяют. Может, кстати, было бы треугольничек сделать. Ромбик. Мне кажется, это будет уже извращением. Хотя, не такое уж и извращение. Вот тут вот извращение. Там нет, а вот тут да. И кривая получилась. Во. Так вот, собственно. Так, тут, естественно, нужно переделать теперь этот порт. Мне вот так не нравится причал, потому что это так два, там можно еще увеличивать. Во. И теперь можно, кстати, сделать маршрут 56-й, да, отсюда до сюда. Это получается линия 56, а есть тут, да, должен быть. Вот он, да. Сразу маленький пока нас поставлю, пускай разгазовывается, так сказать. Потом, когда уже народу больше будет, можно будет большие ставить. То есть в этом преимущество мелких этих корабликов. Ну и что? Собственно, остановки остается. То как их сделать? Вот так пока запетлять, да? По большому кольцу. Давайте. А, и я забыл поставить склад разгрузки-загрузки. Сейчас кто-нибудь приткну. Остановки понаставлю. Остановки по-любому тут будут стоять. Им тут самое место. Ну и склад. Только давайте. Склад я сейчас грузовой. Мне он больше нравится. Или не, не так, подождите. Снести. Просто тут же будут еще эти заезжать. Всякие эти петухи. Блин, остановка опять мешается.
Так-с. В принципе, он будет тут за остановку. Ну все, можно линию делать. Ай, почему-то не ткнулась. Вот она. Ну тут она мне сообщает, что как бы немножко неправильно. На грузовую ставить линию. Ну, собственно, и это правильно. Поэтому эту линию сейчас переделаем. Стакс. 10-й. А, ну вот она все зашла. Только тут надо настройки. А, не, подожди, не зашла. На себя что-то выкаблучивается. Управление транспортом. Управление линии. 10-ю удалить. О. Все, покупаю автобусик. А какая линия 57, да? Линия 57, только я еще кое-что забыл опять-таки. А чё ты не можешь доехать, слышь? А? Вот тебе ты должна доезжать. О, все. Так, и теперь остается соединить блин, тут надо было, наверное, вот тут еще линия 57, это такая четвертая. От четвертой добавить станцию. А, тут не, нету, да, станции. Так вот, все. Получается, от четвертой добавить станцию вот сюда еще желательно бы. Пока так. Вот еще готов один, собственно, город. Pacific 4. Он тебе будет потихоньку развиваться, там потом производство подниму и так далее. Так, приступаю к следующему маленькому городу. Это... Так, вот это будет Pacific 5. Ну, давайте сейчас я вот этот сделаю за кадром. Ну, тут, в принципе, смотреть-то и показать нечего. Поэтому все то же самое. За кадром сделаю и покажу же результат. Так, передел я город. Итак, Pacific 5 я передел сделал квадратненьким. С минимальными, на самом деле, потерями для города. Все это произвел, так, ну, так как первоначально город уже был там. Поэтому... Много не пришлось разрушать, так сказать. И даже как его, транспортные линии не поломал. Вот. Плюс, ну, много пришлось поработать над Pacific 6. Пришлось вот так его аж круголя сделать по-прикольному. Но, ну и линию, собственно, переделать. И, кстати, бы я не помешал бы еще одну линию сделать. Давайте сразу сделаем новый маршрут. Отсюда, например... Сюда. Ну так вот. Линия 58. И на линии 58 тоже выпущу. Куплю маленькую лодочку пока. Линия 58. Ну что, я думаю, можно запустить, как это все будет работать. И будет ли оно вообще работать, потому что и так 500 тысяч потратил. А, работает оно, не работает, неизвестно. Так, вот едешь, грузовичок. А, ты сюда едешь. Заправляться. Так, он за кирпичами поехал, но кирпичей нету. Один выезд, конечно, это плохо. В холостую работает, конечно. Нужно будет что-то делать. И вот, опять-таки, то, что я и наблюдал до этого. Почему грузовики едут по этой линии? Пускай бы он ехал по другой. Нет, он почему-то по этой обязательно едет. Это тупо. К
Кораблики, мне интересно, плывут. Да. Маленькие кораблики поплыли на воздушной подушке. Самолеты летают. Ну, нормально, слушайте. Пока все нормально. Больших просадок нету, я надеюсь. Просто не хотелось бы больших. О, кстати, тут есть мост прикольный сделал. Опасный, конечно, мост. Ну, прикольно. Загружает кирпичи. Так, тут что? А, ну тут один автобус будет ездить. Народ пока не растет, потому что тут кирпичей нету. Ну, кирпичи я потом надо буду доставлять. Вот. Главное, что города уже сделал, несколько городов. А то это как бы не очень было, на самом деле. Еще нужно будет потом, ну, за кадром я, наверное, уже переделаю вот этот город. Потому что это большой такой проект города. И вот эту вот всю штуку тоже придется переделать. Он не пойми, как тут скроен. Вот. Плюс тут нужно будет какой-нибудь шикарный порт сделать. Сейчас он... А, ну, в принципе, этот того порта хватит. Но все равно как-то надо будет поприкольнее сделать. Что-то мало возит людей. Тут, и тут, кстати, что я заметил, ожидание. Это будет надо пофиксить. Ну и тут, естественно, мне нужно теперь все будет доделать. Что сами видите, тут прорезал туннельчики, все это. Не очень красиво смотрится. Вот. Ну что, друзья, на этом я, наверное, закончу. Я города, те, которые хотел сделать и улучшить, я сделал, собственно, и улучшил. Кое-что тут развил, естественно, прокачал. Вот. Вот этот город даже начал расти потихоньку. За кадром нужно теперь булки будет повезти. Хотя булки должны возить, но самолеты что-то булки не возят. Мало возят. Вот. Возят зато... А, тут нужно еще аэропорт будет переделать. Ну да, это в следующем видео. В общем, нужно подготовить баблишки и переделать вот этот аэропорт. И здесь сделать аэропорт. Плюс здесь сделать... Ну, тут не надо, тут одного вполне, я думаю, хватит. Вот. А, тут я еще не, город не переделал. Нужно будет тоже переделать немножко. Ну, это потом. Вот. И здесь сделать аэропорт. Нужно будет отсыпать землю. Потому что тут вообще топчик. На дальние расстояния аэропорт вообще офигенно заходит, на самом деле. Прям очень топово. Посмотрите, 94 тысячи. 80 миллионов урвал за прошлый месяц. А за месяц до этого 600 потерял. Ну, даже со всеми 600, 500 вон, миллиончиков. Водный транспорт начал приосаживаться по баблу. Но это потому, что сейчас эти... Как его называют-то? Новые кораблики пустил, сейчас пока не доплывут, разгазуются, раскочегарятся туда-сюда, там пару месяцев пройдет. Как-то так. Кстати, в самолетах видны даже люди, цените. Вот, ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Как обычно, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео. Ну и заходите, друзья, на наш сайт. А всем удачи, всем пока!